Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся в экотехнопарке, и здесь кипит работа. Не только в плане подготовки к экофесту, но также и на давно готовой прогулочной транспортной линии, но также начато строительство и совершенно новой транспортной системы. Попытаемся получить для вас обо всем этом комментарии самого генерального конструктора закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, вот сразу вопрос возникает. Вот всем вроде бы хорошо знакомая опора полужесткой путевой структуры легкой транспортной системы. Почему-то здесь какое-то усиление, какой-то металл, какие-то гайки, болты, извините. Ну, расскажите лучше, что здесь происходит и почему? Сейчас и на Экофесте, и вообще в будущем мы хотим изучить работу этой системы уже под большей нагрузкой. Мы хотим, чтобы здесь ездил по кругу Юнибус. Весом 3,5 тонны. 14-местный. 14-местный, да. Но и, возможно, больше нагрузки в будущем. Поэтому мы сейчас легкую трассу переводим в разряд уже тяжелой трассы. Мы хотим увеличить грузоподъемность системы, эстакады в 5 раз. Это мое решение, чтобы показать развитие и что мы можем любой адресный проект делать поэтапно. Допустим, через 20 лет, там, 30 лет, 50 лет увеличится объем перевозок. А вообще-то любая дорога строится на перспективу. И что мы будем сейчас строить на ту перспективу и в 5 раз дороже дорога будет? Она же не будет окупаться. Поэтому можно сделать легкую систему, отработать свою, она окупится, а потом реконструировать. Причем реконструкция будет дешевле, чем строительство. И таким образом можно более грамотно реализовать адресные проекты. И на любом этапе существования проекта он будет окупаемым и рентабельным. Спасибо большое. А что касается строительства абсолютно новой транспортной системы, я увидел, что уже одна анкерная опора почти готова, вторая строится, и завезены металлические конструкции для, похоже, промежуточных опор. Что это? Это суперлегкая система, она будет легче, чем так называемая прогулочная, да, система. Там пролеты будут 200 метров, и легкие транспортные средства будут ходить. Еще легче, чем мини-байк? Да, монорельсовая и бирельсовая. Поэтому мы тоже делаем два в одном, чтобы на одной же трассе показать, как можно подножить тоже к трассе. Там колея достаточно широкая, может ехать и монорельс, и бирельс. Монорельсовая дорога будет двухместная, модуль, а бирельсовая четырехместная. И грузоподъемность, килограмм 200-300, 400, это как Жигули, как Запорожец. В советское время дачи кормили всю страну, потому что в магазинах ничего не было, и, естественно, всю еду выращивали на даче. Да? Чем перевозилось? Пакеты, сумки, электричками, там, поездами и жигулями. 200 килограмм, 4-5 мешков картошки больше не везешь. Поэтому это аналог вот этой транспортной системы, которая может, видите, накормить даже всю страну. И по этой легкой системе можно перевозить миллионы тонн груза в год. И не надо, допустим, строить какую-то глухую деревню в Сибири, через реки шириной по 2 километра, скоростную железную дорогу стоимостью 100 миллионов долларов за километр. Вот надо предложить вот такую дорогу стоимостью 200-300, максимум 500 тысяч долларов за километр и решить проблемы доступности любой точки огромной страны России. Ведь везде должна быть разумность. Оптимизация также. Необходимо и достаточно. Да, конечно. Мы так и поступаем. Так вот, если говорить о
что мы там реконструируем, я сейчас покажу на доске. Ну, начну с опор Г-образных, так называемых клюшек. Вот они примерно так устроены. И заделаны в фундаменте. Если мы дадим большую нагрузку в 5 раз, то, естественно, здесь изгибающий момент, тут же еще ветровая нагрузка действует. И на опоре, на путь, и на подвижной состав. Поэтому они вместе. Просто опора сломается в этом месте, где максимально изгибающий момент. Потом нужно усилить вот это тело опоры. Мы это сделали уголком. И соединили пластинами. И закрепить усиление фундамента. Мы это тоже сделали. Поэтому опора сейчас выдержит нагрузку в 5 раз большую. При этом фундамент был сделан с учетом большей нагрузки, сам фундамент. И таким образом мы сможем пустить более тяжелое транспортное средство, в данном случае юнибус, который пойдет на очень малой высоте, буквально полметра. Это то, что касается опор. Если взять путевую структуру, то у нас это труба прямоугольно-стальная, причем очень маленькие высоты, всего лишь 120 мм. Ну это весь рельс. Да? Поэтому эта высота недостаточна, чтобы держать большие нагрузки, чтобы канаты, они идут с провисом вот таким. И все это заполнено бетоном. Это висячий мост. Что такое висячий мост? Вот один пилон, вот второй пилон, вот балка жесткости, по которой едет транспорт. Есть канат несущий и есть подвес. Что такое струнный рельс? Балка жесткости, несущий канат и подвеска для заполнения. Это висячий мост. Просто я как инженер сумел висячий мост сжать до рельса, подобрав усиленное тяжение, массу, размер и так далее. Да? И поэтому, естественно, сжать до 120 мм было тяжело. Но мы это сделали под малую нагрузку. И, естественно, здесь нет такого перегиба, здесь седло, но внутри рельса есть тоже седло, естественно. Иначе струна может сломаться. Поэтому внутри тут тоже есть седло. И механическое крепление не только с помощью бетона. Там еще механическое крепление внутри есть. Своеобразные штыри. Да. Это внутри, это залито бетоном все. И поскольку сейчас, если мы дадим большую нагрузку, а мы, кстати, не стремились здесь сделать ровный путь и противогиб, тем более. Мы стремились сделать так, чтобы под нагрузкой была волнистая поверхность, которую я показывал, по которой движется транспортное средство. Длиной волны 40 метров. И такие допустимые прогибы, как и там, ну, порядка 100 мм под нагрузкой. То, что сейчас и есть. Да? А мы сейчас хотим больше пустить транспортное средство, и оно более тяжелое, так? То есть это больше нагрузка... 14-местный юнибус или еще что-то больше? Нет, его можно и более тяжелый еще, до 5 тонн. А просто юнибус... 3,5, я помню. 3,5. Мы делаем сейчас до 5 тонн, что можно было. Ну, 3,5 это, естественно, можно. Поэтому есть уже решение, мы уже реализуем, и уже фактически работа все заканчивается. Мы делаем это с помощью... Это внутренние струны, внутри, вот они здесь находятся. Три каната в данном случае, которые зафиксированы, и за это заполнен бетон. А у нас два рельса, две трубы стальные, которые вот там внутри струны. Вы, может, все секреты не раскрываете, может быть? Ну, это такие секреты, они у него описаны в монографии, и 100 вопросов, 100 ответов. Там все-то есть. Надо просто почитать. Никто же не хочет читать, леняться. А вот не хотят просто. Так.
Критиковать же лучше, легче, когда ты не знаешь, что ты критикуешь. Когда знаешь, то уже как бы вопросов для критики нет. А тролли ничего не считают. Потому что когда не знаешь, кажется, что ты знаешь все, да? Да, это иллюзия, конечно. То мы это делаем с помощью струн внешних, которые вот мы здесь размещаем, и эти струны также будут идти, да? И мы можем вывести их и выше, то есть увеличить как бы высоту балки, да, где мы зашиваем. И поэтому мы с помощью внешних струн не только уберем провисы, мы сделаем противовыгиб, заданную опять же величину, чтобы потом ехать по ровной дороге, под определенной нагрузкой. А если будет нагрузка больше или меньше, то либо, если больше нагрузка, он будет вниз идти, неровность, да, но в пределах допустимой. А если меньше нагрузка, то будет бугорок, не ямка в пролете, а бугор будет в пролете. А ямка будет на опоре. Да, если будет легкое транспортное средство, которое не сможет сильно ее прогнуть, да, понятно. И поэтому делается всегда оптимизация, чтобы в этом допустимых пределах это все было. И это все уже мы покажем на Кафесте и будем катать наших гостей, наших инвесторов, партнеров. Вот, и в том числе по прогулочной трассе, которую мы превратим буквально за несколько месяцев в городскую полноценную трассу. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда даже ваши достоинства будут усилены. Строй Skyway! Спасай планету!